Всем привет! С вами снова Влад Гриф. И сегодня на обзоре у нас модель 2011 года Adidas Plymouth Avalon. Невероятно, на мой взгляд, интересная модель. Довольно редко встречается на просторах интернета. Выполнена она из изнаночной стороны очень хорошей кожи. Довольно-таки мягкий материал. Судя по всему, он пропитан. Модель имеет вот такие металлические люверсы. Шнуровочный ряд достаточно широк. Нашивка на язычке Adidas. В боковой части имеется надпись Adidas с золотистым цветом. На данном кроссовке она уже стерлась, но на втором она еще имеется. Также имеются вот такие уши. И сзади имеем петельку. Касаемо подошвы. Она у нас прошита по всему периметру. Как можно видеть, достаточно низкая посадка у модели. Подошва имеет очертания силуэта футбольных бутс шестишиповых. Довольно-таки гибкий материал. Стелька проклеена, выполняет свою функцию. За счет низкой посадки модель невероятно удобна на ноге. Не побоюсь этого слова, в них как в самых удобных тапочках. Также присутствует три узнаваемых полоски. Родные шнурки были в плачевном состоянии, и я их заменил вот на такие ребристые, что, на мой взгляд, придает совсем другой вид. Модель идет на неширокую стопу. По размеру это именно тот случай, когда их нужно примерять. Если модель хорошо садится на ногу, то вам, можно сказать, повезло, и вы будете получать только положительные эмоции от их эксплуатации. На ноге данная пара смотрится непривычно, можно сказать, необычно за счет все той же низкой посадки, но в то же время очень пикантно и интересно. Повторюсь, что перемещаться в них одно удовольствие. Если брать все модели, в которых мне доводилось перемещаться, то это однозначно войдет в топ-10 самых удобных кроссовок, которые когда-либо у меня были. В общем, если повезет, вы можете их найти на Авито, да и в коллекции не помешает иметь такую модель. В общем, вот такой вот обзор. Как всегда, благодарю вас за просмотр, за ваши лайки, комментарии, за вашу подписку и поддержку канала. Всем добра, всем хорошего настроения.